Ну, вот хотел продемонстрировать, как быстро, просто, максимально эффективно и, главное, дешево сделать топовый огонь для маломерного судна. Ну, для надувной лодки вообще с избытком этого достаточно. То есть я, в принципе, руководствовался моим любимым принципом, принцип Филлиаса Фога. Если помните, был такой герой в мультфильме «80 дней вокруг света», который говорил: используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ну, в данном случае под рукой оказались следующие вещи. Вот этот пластиковый стаканчик, это из-под контейнера, из-под лекарства какой-то. Светодиоды на круглой платформе, ну, спаянные, это от китайского старого какого-то фонарика. Сам фонарик пришел в негодность, а вот светодиоды остались. Какая-то пластиковая трубка, из-под чего, я, убей бог, не помню, что это за трубка. Ну и чудесным образом они все три этих ингредиента подошли по диаметру, и, соответственно, я даже ничего не вклеивал, просто вот обмотал скотчем, все, в принципе, держится замечательно. Дальше, раньше в качестве питания я использовал, вот, ну, тут нужно 4,5 вольта, три батарейки, обмотал их тоже скотчем, и у меня они вот так вот держались. Собственно, были прикреплены к этой трубке. Неудобство заключалось в том, что выключателя не было, поэтому для того, чтобы включить, надо было клемму накидывать, чтобы выключить, соответственно, скидывать. Не очень удобно. Плюс, как бы, батарейки не поменять, мало ли сели. Ну, сейчас, слава богу, все можно купить. Вот заказал у китайцев на сайте такой вот пластиковый контейнер на три батарейки. Его два плюса в том, первое, что вот он, ну, я не скажу, что там герметичный, супер. Во всяком случае, вот его можно закрыть. Вот сюда саморезик завинтить. Ну и основной плюс, что у него есть выключатель. То есть вот включили, выключили, когда не надо. Включили, выключили. Достали эти самые батарейки. Поставили батарейки на место. Дальше то же самое. Скотчем вот так вот обмотаю. Все это будет стоять мертво. Ну и для того, чтобы инсталлировать это устройство на лодку, все тот же принцип: используя то, что под рукой. И не ищи себе другое. В данном случае я не искал себе ничего, кроме вот такой вот палки от швабры. Ну, у домохозяек есть там либо швабра, либо вот мыть окна. Можно использовать там, не знаю, старый телескоп, удочка имеется в виду, там пару колен, наверное, тоже подойдет. Удобство в том, что это раскладывается, то есть штанга получается достаточно высокая. И вот она, видите, удивительным образом подошла вот под эту трубку. То есть она плотно насаживается. И все, мой топовый огонь готов. Ну, в лодке достаточно иметь там вертикальный какой-то стакан, либо там держатель для удочки, чтобы это воткнуть. И у Гимса к вам претензий никаких не будет в темное время суток.